Добрый день. Меня зовут Нина Семеновна Шашукова. Я представляю компанию APL. Сегодня тема нашего разговора – это результаты применения нашего продукта аккумулированного дрожжа внутриклеточной регуляции. Это витаминно-минеральные комплексы, заключенные в отрицательно заряженный наноконтейнер. Это совершенно новая технология. Продукт нового времени. Его особенности в том, что новая технология создана на основе синергизма и нового способа эстрагирования высококонцентрированных веществ, витаминов, минералов, микро-макроэлементов. Продукт применяется сублингвально под языком, что способствует тому, что все высококонцентрированные частицы, заключенные в наноконтейнер, попадают через капиллярную систему под языком сразу в артериальную кровь и за счет отрицательного заряда несутся прямо в те клетки, которые больше всего нуждаются в данном продукте, то есть в клетки патологические. Клетки патологически измененные. Ну и за счет отрицательно заряженного контейнера наночастицы способны проникнуть внутрь клетки. И только там, раскрывшись, отдав свой отрицательный заряд в полном объеме, попадает в самое ядро клетки. За счет этого идет быстрое воздействие на клетку, которая больна, патологически изменена. За счет этого идет высокая результативность нашего продукта, высокий КПД. Если говорить о продукте, в отличие от других, что представлено сегодня на рынке, это продукт точечного воздействия. Он непосредственно работает с клеткой, которая прежде всего нуждается в этих микро-макроэлементах, витаминах и лечебных частиц. Продукт 100% натуральный, поскольку в его основе используются растительные компоненты растения, а это фрукты, ягоды, корни, лечебные травы. И он совершенно безопасен, потому что данные компоненты, входящие в наш продукт, они тысячелетиями проверены в медицине Тибета, аюрведы, в ведической медицине, в медицине Авиценны. Никаких генных соединений, генных компонентов в нашем продукте нет. Продукт не имеет противопоказаний. Можно его применять от грудничка до старичка. И сегодня, слушая наши результаты, это только малая частица того, чем мы можем поделиться. Итак, результаты применения продукта. Я использую этот продукт в своей семье 2,5 года. Чем для меня привлекателен продукт? Что он безопасен, то, что он быстро воздействует на те проблемы с помощью этого продукта, которые я решаю в своей семье, и то, что продукт без ГМО, без консервантов. И кроме пользы ничего плохого в этом продукте нет. Итак, результаты. Мои личные результаты. У меня были спинномозговые грыжи. Мне 65 лет. И, конечно, это очень сильная боль, это неудобство при ходьбе. И вообще спинномозговые грыжи, протрузия доставляет человеку не то, что неудобство, это большие боли. Я начала применять продукт Слайд. Вот этот продукт, слайд. На этом продукте через 3 месяца не было ни одного обострения, то есть ушли все болевые проблемы. Через год я сделала повторное МРТ, и заключение показало, что спинномозговые грыжи не обнаружены. Но я и сама по своим ощущениям поняла, что эта проблема меня больше не беспокоит. У меня муж страдает сахарным диабетом, ему 65 лет, или страдал, точнее сказать. Обнаружили у него на уровне глюкозы в крови 12 единиц. Он начал принимать продукт MELS и продукт NORM.
продукт антивирусной антипаразитарной программы MELS и продукт Norm. Буквально в течение месяца у него сахар, он был не инсулинозависимый, сидел на лекарственной терапии, и на лекарственной терапии с 12 единиц до 8 единиц снизился сахар и далее не двигался. Когда он начал принимать продукт Norm и MELS, сахар полностью нормализовался. Сейчас у него уровень глюкозы в крови 4,9, ну и максимум, когда поест торт, и 5,5 единиц. Это абсолютная норма. Теперь я сказала фразу, что наш продукт может применяться от грудничка до старичка. И это не метафора, это реальность. Когда полтора года назад моего внука выписали из роддома с диагнозом стафилококк, все тело было покрыто красными пятнами и гнойничками. Анализ кал, анализ крови показывал, что стафилококк в крови. Написали кучу лекарств, антибиотиков, большой список. Поскольку он на грудном вскармливании, я дочери сказала, чтобы она сама принимала на ночь MELS, это антивирусная, антибактериальная программа, и днем растворяли дрожжи в водичке и пол чайной ложечки давали ребенку несколько раз в день пить. Буквально через 3 дня все тельце очистилось. У ребенка через, наверное, 10 дней мы сдали повторные анализы, стафилококк не обнаружен. Мы обошлись без антибиотиков, что очень важно в таком возрасте. И вообще, во всех случаях возникновения каких-то проблем у ребенка, болит животик или перевозбудился ребенок, мы обязательно используем наш продукт. Вот продукт «Релакс» как раз способствует гармонизации, и его не опасно давать гиперактивным детям, он успокаивает, гармонизирует на уровне клетки, снимает всевозможные стрессы, как для взрослых, так и для детей. У мужа высокое давление. Мы стали применять «Харт». «Харт» – это специальный перевод сердца, специальный продукт для сердечно-сосудистой деятельности. За один прием снижается давление до 30 единиц. Вообще, я 2,5 года в этой компании и наблюдаю результаты моих партнеров. Я знаю результаты партнеров в Махачкале, где ушли такие, казалось бы, с точки зрения официальной академической медицины, болезнь, которая не лечится, это витилиго. В Махачкале молодой парень показывал фотографии и показывал результаты применения, витилиго ушло. Очень много результатов по псориазу. При использовании обязательно антивирусной, антипаразитарной программы MELS, программы Norm, псориаз и многие связанные аутоиммунные заболевания уходят. Норм направлен на восстановление всей эндокринной системы и обменных процессов. Программа Альт у меня случай в городе Липецке. У моего партнера крапивница. Жена давала ему продукт Альт. Давала в момент ремиссии в декабре. У нее реакция именно на солнце. На Альте было в начале обострение болезни, то есть все эти высыпания произошли, но зато партнер теперь не боится солнца, и крапивница не возвращается. Принимал Альт, принимал MELS и принимал Норм. Продукт дает очень серьезные, сильные результаты, несмотря на простоту его формулы, несмотря на то, что туда входит, всем нам известные практически те же лечебные травы, фрукты, овощи. То есть это продукт питания по существу, поэтому он не имеет ограничения. Но в то же время, изучая состав каждого продукта, мы видим, что он обладает и мощным регенерирующим, восстанавливающим свойством. Каждый наш продукт несет в себе как минимум 5 свойств. Это очищение на уровне клетки, это восстановление на уровне клетки или регенерация, иначе сказать, это питание клетки, это мощные антиоксидантные комплексы. И применяя продукт Grow, мы, в общем-то, перестали реагировать на всевозможные инфекционные заболевания, как грипп, ОРЗ, ОРВИ, потому что продукт
работает именно как профилактика. Поскольку это витаминно-минеральные комплексы, состоящие из многокомпонентных, наше одно дрожже несет в себе поликомпонентное наполнение витаминов, минералов, микро-макроэлементов, поэтому он работает вот так эффективно и мощно. Хотелось бы еще сказать по другим проблемам. Вот здесь мой партнер из города Воронежа оставила запись по своим результатам. Она в компании 5 месяцев и получила массу положительных результатов. У нее бабушка 85 лет в феврале месяце 2015 года 3 раза лежала в больнице с аритмией и высоким давлением. После выписки проблема сохранилась. Я предложила попробовать ей ХАРТ, пишет партнер. Через 2 недели давление нормализовалось. Аритмия прошла. Очень важно это. Неделю назад делали УЗИ сердца, показатели нормальные и даже очень хорошие для ее возраста. Ишемии не обнаружено, хотя раньше была. Периодически появляется аритмия, но причина в очень вязкой крови. Добавили альт для разжижения и структурирования крови. Второй результат этого партнера. Дочь, 11 лет, упала с лошади в декабре, получила травму плеча с вывихом и с осколком. Поставили спицу, положили на вытяжку. Врачи сказали, что 36 дней лежать на вытяжке, а еще потом 2 месяца реабилитации. Ровно через месяц, принимая слайд, буквально через 18 дней сформировалась мозоль, сняли спицу, и через 1 неделю она пошла в школу. Что касается продукта, направленного на опорно-двигательный аппарат, у нас, конечно, получено очень много результатов по артритам, артрозам, но это обязательно в сочетании МЭЛСа, потому что некоторые проблемы, связанные с артритами, артрозами, они имеют в своей основе вирусную этиологию, то есть... может быть, хламидиозный артрит, тогда обязательно в сочетании с МЭЛСом. Вообще, на самом деле, результаты получены и по гепатиту печени, различные этиологии, и по циррозу печени, но об этом расскажут другие партнеры. Сейчас я представлю слово дам Тарасенко Ирине, это город Воронеж, это лидер структуры, вновь созданной структуры в городе Воронеже. У нее тоже есть чем поделиться с вами. Ирина, тебе слово. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Ирина Тарасенко, я управляющий директор компании APL. В компании я только 5 месяцев, срок небольшой, но результатов за это время получено уже огромное количество. За это небольшое время компания и продукция прочно вошли в нашу жизнь. И сегодня я точно знаю, что APL – это не просто возможность стать более здоровым, более живым, что ли, но это образ жизни. Это должно быть так абсолютно для каждого, точно так же, как мы каждый день кушаем с вами обычную пищу, насыщая желудок, но, к сожалению, не давая насыщения нашей клеточке. А вот продукция APL, она дает возможность как раз накормить то самое минимальное образование в нашем теле, из которого мы все состоим, нашу клетку. Ну, давайте по результатам пробежимся. Ну, конечно, начну со своей семьи. Самая наша такая головная боль – это пожилые родители, потому что они привыкли лечиться у врачей, они привыкли доверять традиционной медицине. И даже не получая результатов, все равно упорно пьют таблетки, колят уколы. Также точно было и с моей мамой, которая в свои 67 лет, 4 года назад, получила диагноз «билиарный цирроз печени». 4 года она лечится у хорошего специалиста и принимает не просто дорогостоящие, но еще и страшно опасные, да, очень сильные лекарства, то есть по 2 сильнейших антибиотика одновременно, какие-то там невозможные гепатопротекторы. И надо сказать, что за 4 года ничего в лучшую сторону не изменилось. То есть цель врач, в общем-то, я озвучила в начале лечения,
как можно дольше протянуть вот в этом состоянии, в котором она попала к врачу. Есть сильный такой анализ, печеночные пробы развернуты, там два десятка параметров, по которым отслеживается состояние печени. Вот практически по всем параметрам у мамы анализы зашкаливали в 10, а по некоторым в 20 раз от нормы. И поскольку показатели эти не увеличивались, то врач считал лечение успешным. Каждые полгода мама приходила на прием, перед этим сдав вот этот анализ. Параллельно шло тестирование на наличие бактерий Helicobacter pylori, потому что это неизбежный спутник таких циррозов, и она все время тестировалась, несмотря на огромное количество сильнейших антибиотиков, которые вот, я параллельно по две штуки она употребляла. В феврале месяце я принесла ей дрожжи APL. Очень осторожно мама по одному дрожже в день начинала их применять, но потихоньку прониклась доверием, и когда в апреле месяце она сдала анализ очередной, пошла на прием к врачу, то врач впервые за вот эти 4 года не назначила ей никаких лекарств, потому что показатели были еще не в норме, но уже не в 10-20 раз превышали норму, а в 2-2,5 раза. И врач сказала, что это просто, можно считать нормой в ее случае, что это потрясающее значение, такого она не ожидала. Ну и сделала комплимент нашим дрожже, рекомендовала маме продолжать их прием. Это то, что касается пожилых людей. Ну, о себе, конечно, расскажу. Я, безусловно, принимаю сама с удовольствием очень вкусные наши дрожжи. У меня прошла аллергия на металлы. Я рассталась с пародонтозом как-то неожиданно для себя. Случайно узнала от стоматолога, что у меня нет пародонтоза, который лет 20 последний, наверное, меня этот диагноз сопровождал. Постоянно угроза врачей, что вы потеряете все зубы. Вот сегодня могу сказать, что нету налета зубного, нету воспаления, десен и так далее. Ну, отдельно о детях. Нина Семеновна сказала про своего внука, тоже могу поделиться нашими наработками. У меня родился внук, 8-9 уже месяцев сейчас ему. Первые 3,5 месяца прошли у нас, ну, можно сказать, как в аду, потому что ребенок постоянно болел живот, у него проблемы с перевариванием пищи, очень плохие анализы были, полная непереносимость молочной продукции. То есть дочь, она кормит его грудью, не может себе позволить даже малейшего намека на молочные продукты. Если случайно где-то у нее попадет в питание сухое молоко, ну, не знаю, печенье какое-нибудь себе купит, не досмотрит, то потом 2 недели ребенок мучается страшными болями, запорами, из кишечника выходит слизь, выходит кровь. И это было страшно. Мы прошли всех возможных врачей, сдали кучу анализов, перепробовали массу лекарств, которые только ухудшали его состояние. Когда я пришла в компанию EPL, естественно, сразу попробовали растворить дрожжи и дать ему несколько капель буквально через пипеточку. Ребенок за 15 минут успокоился, уснул и проспал 3 часа, что вообще небывалый был случай для нас. Но на сегодняшний день это совершенно здоровый малыш, уже потихоньку дочь вводит молочные продукты в свой рацион. Он развивается быстрее своих сверстников, уже ходит у нас хорошо, и нет проблем с пищеварением, мы, слава богу, не болеем никакими простудными заболеваниями. Ну, в общем, ребенок здоров, врачей не посещаем, и сегодня мои дети, дочь и зять, такие горячие сторонники продукции EPL, всем ее рекомендуют, потому что мы в своем ребенке испытали ее силу и мощь. Ну, я могу много еще рассказывать о наших результатах, потому что их очень много, но хочу уступить это место своей коллеге, партнеру компании EPL, Марине Балимчук. Здравствуйте. Я напомню, что меня зовут Марина Балимчук. Так, я очень хочу поделиться своими результатами. Я не так давно в компании. В мае месяце у моей мамы, которой 78 лет, исполнилось, был день рождения. И я решила вместо каких-то подарков подарить маме хард.
так как страдать начала давлением. Давление 158, и когда я принесла домой, мы взяли тонометр, измерили давление. Было 158, и когда мама взяла дрожжи, через несколько минут, буквально 7-8 минут, мы начали измерять давление. Давление упало до 122. Результат мне этот очень так понравился, что мама его принимает сейчас регулярно. Ей очень нравится. Также улучшилось ее самочувствие. Ее мучило бесконечные носовые кровотечения, которые все реже и реже сейчас у нее появляются. Я думаю, что она у меня будет жить долго и счастливо. Это вот результат моей мамы. Также я хочу поделиться результатом, который был у моей дочери. Год назад мы попали в ДТП. У нее сложнейший перелом, перелом бедра, установлена металлоконструкция. Была дважды выполнена операция. И вследствие вот этих операций у нее была, стало нарушено движение. То есть у нее походка, она так сильно раскачивалась и ходила очень долго с палочкой. Вот, и очень плохо у нас срасталась косточка. То есть мозоль, на котором должна была срастаться вот на том месте, где косточка, он у нас не образовывался. Очень слабо-слабо. И когда мы каждый раз, через каждые полтора месяца делали рентген, то врач нам намекал все время, что ж такое, почему у нас так плохо срастается косточка. Несмотря на то, что мы принимали все препараты, которые он рекомендовал. И тогда в мае месяце, когда я познакомилась с компанией EPL, я сразу дочери взяла этот продукт. Начали мы со слайда. И еще немножко расскажу про него. Начали это про слайд. Есть слайд. У нее буквально через 2 недели начала меняться походка. То есть мы уже бросили, конечно, этот бадик, мы не ходили с ним, но она настолько ровно начала ходить, и все это окружающие заметили. И у нее перестали беспокоить сильные боли, потому что мы постоянно находились на обезболивающих препаратах, потому что операция очень была сложная и очень было больно. Сейчас она у меня ходит, она выпускница. Целую ночь выпускного вечера она была на высоких каблуках. Так что слайд – это спутник наш сейчас, пока мы не поправимся. Так что вот такие у меня результаты. И немножко еще расскажу про свой маленький результат. Для себя я выбрала айс, так как у меня такая тошнота с утра, такие боли при каком-то любом приеме пищи, у меня такой дискомфорт все время в желудке. У меня повышенная кислотность и хронический гастрит. Теперь айс у меня все время в сумочке, и я его никогда не забываю. Прошла тошнота. Нет изжоги, нет такого дискомфорта, который вот при приеме любом пищи. И он очень быстро помогает и снимает вот эту вот боль в желудке, в области желудка. Так что вот такие результаты в моей семье. Спасибо.